Юрий Трутнев предложил присвоить официальный лозунг предстоящему Восточному экономическому форуму. Вариант полпреда звучит как «на пути к сотрудничеству, развитию и процветанию». Юрий Трутнев отметил, что такое название форума будет представлено главе государства. По словам полпреда, именно слово «сотрудничество» должно отражать суть форума. Седьмой ВЭФ пройдет в кампусе ДВФУ на острове Русском с 5 по 8 сентября этого года. Такое предложение по тематике форума будем делать президенту Российской Федерации. Надеюсь, что нас поддержит. И будем готовиться тщательно продумывать каждую тему, которая выйдет на форум. Чтобы мы не просто собрались со всей страны, со всего мира, а чтобы результаты форума помогли развитию нашей страны.